Недавно ученые рассчитали количество планет, которые теоретически могут быть в зоне жизни, области вокруг звезды типа Солнца. Вода на поверхности таких планет сохраняется в жидком состоянии. Сейчас идет большой поток открытий, связанный и с работой наземных инструментов, и с работой спутников. Сегодня экзопланеты, планеты вне Солнечной системы, открывают почти каждый месяц. Первую экзопланету нашли в 1988 году в созвездии Цефея. У нее два Солнца. Звезда, вокруг которой она вращается, двойная. Основной метод поиска – спектрометрический. Планета, обращаясь вокруг светила, как бы раскачивает его, и мы можем наблюдать смещение спектра звезды. Многие планеты открыты благодаря транзитному методу. Расстояние даже до ближайших звезд очень большое, и различить планету на фоне звезды с помощью очень больших систем телескопов с адаптивной оптикой – это можно. Недавно это первая такая картинка была получена. Открытие первых внесолнечных планет – одно из крупнейших научных достижений прошлого столетия. Сегодня это не только поиск братьев по разуму, но и отдельный раздел современной астрономии. Поиски экзопланет позволят построить периодическую таблицу планетных систем и классифицировать их по особенностям орбит. Мы наконец-то поймем, насколько уникальна наша Солнечная система и какие процессы привели к формированию планет. Оказалось, что многие заготовки, которые существовали, которые были основаны на том, что Солнечная система очень типична, они оказались неверны. И нужно объяснять все многообразие систем, которые мы видим. Нужно объяснять эти горячие Юпитеры, нужно объяснять планеты на каких-то очень странных орбитах. Ученые выяснили, у трети всех звезд с температурой, как у Солнца, должна быть как минимум одна планета земного типа. Кандидаты на жизнь – сотни найденных планет. Только в нашей галактике Млечный Путь количество экзопланет оценивают в 50 миллиардов, из которых обитаемыми могут быть 2 миллиарда. Среди открытых астрономами – планета-океан в созвездии Змееносца, планета в созвездии Скорпиона, которая вращается против движения своей звезды, и целая планетная система в созвездии Большой Медведицы, похожая на нашу Солнечную. Даже если бы по какой-то причине мы были уверены, что нигде нет планеты, похожей на Землю, все равно исследование было бы очень интересно. Мы же исследуем, скажем, нейтронные звезды или черные дыры, или еще что-нибудь, какие-нибудь галактики, понимая, что там никто не живет. Ученые-оптимисты утверждают, обитаемую планету найдут раньше, чем человечество отправится к Марсу. Ждать недолго. Дата эпохальной находки спланирована на середину 21 века.